Парк Победы в Йошкар-Оле будет обновлен. Здесь продолжаются работы по благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды. Напомню, реконструкция парка заняла второе место по итогам голосования горожан, проводившимся на сайте столичной мэрии. О том, что именно здесь будет сделано, далее наш сюжет. Благоустройство мест отдыха для жителей Йошкар-Олы – это одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры города. При этом горожане сами могли выбрать, что именно улучшать в столице республики. Выбор локаций проводился в ходе голосования на сайте мэрии города, по итогам которого победу одержал проект «Территория отдыха» в микрорайоне Самбатхей. Уже сегодня горожане могут увидеть результат своего выбора. В Сосновке появились велоинфраструктура, парковка для автомобилей и велосипедов, урны, скамейки, проведено освещение, установлены спортивные комплексы и зона барбекю. Второе место занял проект благоустройства Парка Победы. Его реализуют в текущем году. Третий год мы проводим работы по благоустройству общественных территорий. Третий год в нашем городе, да, уже проводится в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В этом году мы благоустраиваем две территории. Первое, уже к работам приступили более месяца назад, это Парк Победы, где вот мы сейчас находимся. Данная территория была выбрана при голосовании, которое проводилось весной прошлого года. Заняла второе место. Первое место – Аллея Здоровья, мы в том году на ней работали. Второе место – Парк Победы. Жители изъявили свою волю, да, и, соответственно, мы на данную территорию в этом году пришли. Сам парк заложили в 1949 году как место отдыха для работников машиностроительного завода и завода полупроводниковых приборов. Символично, что в год 70-летия Парка Победы происходит его обновление. К слову, зону отдыха благоустраивают уже не в первый раз, поскольку Парк Победы – это одно из самых популярных мест для прогулок у горожан. Радует то, что наконец-то в преддверии 70-летия Парка Победы, то есть года, когда был заложен Парк Победы, наконец-то свершилось долгожданное событие. Началась реконструкция парка. За этот голос за это отдали более 24 тысяч горожан при голосовании за комфортную городскую среду. И наконец-то их голос был услышан и дошло все-таки до воплощения в жизнь этого проекта. И вот мы теперь в новом этапе реконструкции парка. Надеюсь, что после его завершения это будет отличное место отдыха для всех горожан. Над новым обликом парка принимали участие профессиональные проектировщики и дизайнеры с учетом предложений жителей города. Так будет перестроена входная зона. Уже сейчас идет укладка нового брусчатого покрытия на месте стоянки военной техники. На входе в парк установят стелы героям Великой Отечественной войны. Также планируется озеленение территории и установка стационарной стены, где будут проходить выступления для отдыхающих.